Բարի օր։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին շրջանում շարունակում է լարված մնալ։ Երկու կողմերն էլ ունեն զոհեր, այսօր քննարկելու ենք փորձագետների մասնակցությամբ ստեղծված իրավիճակը։ Ես Զարաղազարյանն եմ, ներկայացնեմ այսօրվա մեր բանախոսներին։ Քաղաքագետ, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյան, քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյան եւ տեսազանգով մեզ միացել են Ադրբեջանից Բաքու փոստ թերթի խմբագիր Քենան Գուլուզադեն եւ հումանիտար հետազոտությունների ադրբեջանական կենտրոնի ղեկավար Գերիների ազատագրման միջազգային աշխատանքային խմբի անդամ Ավազ Հասանովը։ Խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկեր Սերգեյ Մինասյանին, ով հակիրճ կներկայացնի իր տեսակետը եւ ընթացքում կվարի քննարկումը։ Շնորհակալություն։ Здравствуйте, я приветствую всех. Меня зовут Сергей Минасян, я заместитель директора Института Кавказа. Я приветствую наших коллег в Баку, с которыми мы сейчас будем вместе работать посредством скайп-связи. У нас в студии вместе со мной также участвует директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Мамвел Сарксян. Я вас приветствую. Вначале я представлю в целом, как ситуация происходит и в зоне конфликта, и ее освещение в армянских, в азербайджанских и в международных СМИ. Как нам представляется, за последние 7 дней, 10 дней ситуация в зоне конфликта в очередной раз обострилась. По утверждениям армянской стороны, это произошло после того, как 20 января азербайджанская диверсионная группа осуществила нападение на пост в Нагорном Карабахе, в результате которого погиб один военнослужащий. По утверждениям армянской стороны, были потери также и с азербайджанской стороны. После этого мы увидели достаточно резкое обострение ситуации вдоль всей линии фронта. В последующие дни, по сведениям азербайджанской прессы, мы также имели информацию о гибели азербайджанских военнослужащих. Вчера также прошла информация, что от гибели снайпера погиб и армянский военнослужащий. Является ли данная ситуация, скажем так, началом каких-то более серьезных событий, или это является, в кавычках, стандартом? Стандартная ситуация на линии фронта, которую мы видим уже фактически два десятилетия. Именно это то, что мы собираемся сейчас обсуждать с нашими азербайджанскими коллегами. По моему мнению, когда оцениваешь ситуацию за последнюю неделю, 10 дней, к сожалению, скорее всего, речь идет о неком дежавю. За последние два десятилетия мы неоднократно видели различные степени обострений, но по совокупности целого ряда обстоятельств эта эскалация не протекала в реальные боевые действия. Сказывался, видимо, сохраняющийся военно-политический баланс, а также нежелание как армянской, как и азербайджанской сторон в реальности доводить столкновение на линии фронта до какого-то более масштабного развития событий. Таково, скажем так, мое видение ситуации на данный момент. Я сейчас попрошу моего коллегу в ереванской студии Мавела Сарксяна продолжить. После этого мы уже попросим подключиться также наших коллег из Азербайджана. Пожалуйста, Мавел. Я думаю, что смысл происходящего мы можем понять, если обратимся к оценкам, которые уже прозвучали по части инцидентов на линии соприкосновения войск. Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, притом подчеркнуто заявляли, что инциденты на линии фронта являются
выражением военной дипломатии Азербайджана и продолжением дипломатической, значит, позиции этой страны. То есть никто, в принципе, не скрывает, что это не случайные события, не случайные выстрелы. А наблюдатели точно так же могут заметить, что обычно они бывают приурочены к тому или иному акту переговорного процесса. И сейчас все это начало происходить до и после встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении, очередной вот этой встречи. Я думаю, что есть такой подход, что переговоры нецелесообразно вести в спокойной ситуации, а переговоры лучше вести в напряженной ситуации. Вот эта философия и порождает вот эти все, значит, действия на линии фронта. И здесь и сама сложность этого процесса, потому что это действительно политика. Это не случайности, чтобы потом гадать, а возможно ли, чтобы это случайно переросло в какие-то масштабные действия. Если это политика, это значит делается на основе приказов, и, соответственно, все остальное тоже зависит от последующих приказов. Я вот так рассматриваю эту ситуацию. Спасибо, Мавел. У меня просто вопрос технического характера коллегам из Азербайджана. Вы нас слышите? Вот сейчас лучше слышим, а до этого было очень плохо. Мы также не видим ваше изображение на скайпе. Наверное, у вас выключилось? Нет, мы вас слышим, но плохо слышим. Мы вас не видим еще, кроме прочего. У вас очень сильно фонит, и такое впечатление, что микрофон дергается и появляются помехи. Сейчас слышно? Сейчас хорошо, да. Хорошо. Значит, наш коллега Мавел Саркисян представил свою точку зрения. По его мнению, резюмируя его сказанное, данные инциденты, они вполне логично увязываются с позицией военно-политического руководства Азербайджана, которое считает, что такого рода инциденты на линии фронта являются продолжением так называемой военной дипломатии, давления со стороны Азербайджана в переговорном процессе. Я попрошу наших коллег в Азербайджане присоединиться, и я попрошу господина Кенана Гулузаде, редактора газеты «Баку Пост», высказать свою точку зрения. Пожалуйста. В принципе, то есть если говорить о ситуации, которая на линии фронта сейчас происходит, я ничего необычного в этом не вижу на самом деле. То есть у нас наш конфликт называют замороженным, но он, насколько он заморожен, то есть какой градус заморозки дали и так далее, это еще под большим вопросом. Конфликт есть. Стрельба всегда происходит, погибают и военнослужащие, и мирные жители. То есть сейчас ничего необычного я не вижу, просто есть совпадение по событиям. Это, во-первых, переговоры министров иностранных дел в Париже. Вот. Был оптимизм после Венской встречи, после Киевской встречи. Венская встреча президентов, потом киевская встреча министров. Там, тогда был большой оптимизм. Я после киевской встречи сам брал интервью у министра иностранных дел Азербайджана. Вот. И пошли переговоры в Париже. На этом фоне пошло обострение. Есть другое совпадение. Это 20 января. Всегда бывает на фронте обострение в это время. Это день армии Армении, вооруженных сил Армении. Это 28 января, насколько я знаю. Тоже постоянно бывает обострение. Информация с линии фронта, она больше носит сейчас характер слухов. То есть точно никому еще неизвестно, сколько там человек погибло, какие проводились операции, что именно там происходит. Например, блогеры в Азербайджане говорят, что с армянской стороны до 35-40 погибших военнослужащих. Где эти тела этих погибших
военнослужащих, где они именно погибли, в каком направлении фронта. Вот, это все непонятно. Потом есть информация, например, о том, что в Тувузе в направлении села Али-Бейли армянские вооруженные силы наносят удары уже не просто стрелковым оружием, а и стреляют из гранатометов, минометов. Есть информация о том, что ранено, осколочное ранение получила мирная жительница, вот, хотя другие говорят, что это был рикошет от выстрела пули и так далее. То есть сейчас есть достаточно большое информационное недопонимание. Это не то, что вакуум. То есть непонятно на самом деле, что происходит. Вот. Я думаю, что средства массовой информации и пользователи социальных сетей чересчур раздувают эту информацию. Я не знаю, то есть это заказ со стороны заинтересованных и, там, я не знаю, военных сил в Армении или в Азербайджане, или властей в целом, если взять. Или же это, предположим, дипломаты договаривались, ястребы нагнетают обстановку, то есть нельзя предполагать, да, что общество настолько монолитное, что именно все резко захотели вот, мириться и дипломатично решать, а другие резко захотели больше не воевать. Вот. То, что происходит на линии фронта, это, я повторяюсь, это ничего необычного в этом я не вижу. Необычное я вижу только в информационном фоне. Вот, пока что я так остановлю свою мысль. Спасибо большое, Кенан. Я попрошу также моего коллегу Аваза Гасанова присоединиться. После этого мы продолжим опять дискуссию. Ну, наверное, здравствуйте. Наверное, я ничего нового не могу высказать, потому что Кенан подробно все описал. Вы знаете, с появлением информации в социальных сетях меня немножко напугало то, что в реальности, может быть, меньше происходит, чем в социальных сетях, чем в виртуальной жизни. Да? Вот, если человек вообще не общается ни с армянами и не смотрит официальные или там другие альтернативные каналы, ему казалось бы, что вот уже начинается война, уже идет война, потому что создавалось вот фон в интернете, какие-то старые фотографии из абхазской войны были выставлены в интернете, какие-то видеокадры появились и непонятные, которые вот это даже экспертам было сложно. Августовская война. Война, да. Сказали, что это Азербайджан, а забудет Алуш из России. Да, и значит, естественно, это все на руку было. Может быть, и руководство, ну, Министерство обороны, новое руководство Министерства обороны, естественно, показало, как бы демонстрировало общественно свое желание, свою мощь и свое желание вообще работать для борьбы освобождения территории, азербайджанской территории. Вот это все как бы дополняло друг друга, и меня несколько раз пригласили на Радио Свободу, я комментировал эти события, но социальная сеть парализовала общество в Азербайджане. И мы были зависимы от эмоциональных, от настроений в социальных сетях. И иногда нас призывали в прессу, чтобы мы опровергали или подтверждали те слухи, которые вот в социальных сетях люди раздувают. Поэтому вот в какой-то момент, начиная с 20 января по 26, потому что после 26 немножко эти страсти утихли. Вот мы были под влиянием эмоциональных высказываний пользователей социальных сетей. Я думаю, это вот Кенан уже говорил, я помню, во время перед сочинской встречей была такая же провокация, даже намного, может быть, мощная была провокация, чем сейчас. Но сейчас это было на руку всем, потому что здесь новое руководство, в Армении они хотели, когда бы вот перед переговорным процессом немножко обвинять азербайджанскую сторону. Поэтому вот это было на руку всем, и вам, и нашим, и они эту информацию раздували, и нас как бы оставили
в подвешенном состоянии, когда вот мы что-то, если хотим получить от линии фронта, или если мы хотим налаживать контакты. Ничего нового я не видел, но, может быть, потом будем более детально обсудить этот вопрос. Спасибо большое о вас. Я действительно так же считаю, как вы, что ничего экстраординарного, как это бы печально ни звучало, за последние несколько дней не произошло. Ситуация на линии фронта, а также освещение ее, оно вполне стандартное. И армянская, и азербайджанская стороны и ведут войну не только в окопах, но и в информационном поле. Очевидно, что обе стороны в информационном поле приводят различные данные, тем более, которые усиливаются в социальных сетях. Но мой вопрос о следующем. А вас сказал о том, что одним из, скажем так, причин, почему это произошло, кроме вот достаточно стандартного фактора каких-то памятных дат, каких-то дат в календаре, явилось также назначение нового министра обороны Азербайджана. В армянской прессе, среди армянских коллег, это приводилось одной из наиболее важнейших, скажем так, факторов, потому что кроме, скажем так, действий на линии фронта, были сделаны демонстративные, скажем так, акции, например, было объявлено об полетах азербайджанской авиации и так далее. Насколько фактор смены военного руководства в Азербайджане конкретно в данном случае играл роль? Являлось ли это ключевым, или вы считаете, что все-таки, может быть, скажем так, переговорный процесс, некоторые развития в переговорном процессе играли некую роль? Честно говоря, я бы фактор назначения смены министра обороны так бы сильно не выпячивал. Все-таки операциями управляет Генштаб. Генштаба глава у нас не поменялся. Поменялся министр, да, то есть он больше как менеджер, вот, а не как человек, который проводит военные операции и так далее. Я в моем представлении, во всяком случае, так. Да, но человек поменялся. Он, конечно, будет притворять свою политику, да, и он поднял авиацию. Наверное, он посчитал это нужным, необходимым, то есть от этого фактора никуда не денешься. Но я не хотел бы, чтобы создавалось впечатление, что вот то, что сейчас происходит, это носит какой-то односторонний характер. Вот, как бы, то есть Азербайджан что-то там делает, Армения отбивается и так далее. Это все происходит обоюдно. У вас в Армении-то министр не поменялся, а наша авиация стрелять не стала. Да, вот. То есть это тоже надо понять. Потом возьмем вот последний случай. Вот с человеком, которого недавно, буквально на днях взяли там в Тулузе. Да? То есть это пожилой человек, как говорит наша Минобороны, это проводник диверсионной группы, вооруженный был и так далее. Это тоже непонятно. То есть он был, он является проводником, не является проводником, диверсант он, не диверсант он. То есть Иван Сусанин какой-то, вот, но человек-то перешел в эту сторону, да, через реку и так далее, пытался, это же не Азербайджан делал, это не министр обороны, да, Азербайджана делал, то есть такие проникновения всегда были, но, наверное, все-таки какие-то подходы меняются, то есть получается, что нынешний наш министр может поднять и авиацию, но надо учитывать то, что в военной сфере у нас очень все жестко контролируется со стороны президента, главнокомандующего. То есть решение о том, чтобы бить, не бить и так далее, все-таки принимает, я думаю, не министр, а глава государства. Скорее всего так, мое видение. Спасибо. А у вас есть что-то? Сергей, можно я кое-что добавлю? Да. Да, но вы знаете, я согласен, что правительство, даже руководство не менялось в Генштабе. Министр, новый человек, он должен, конечно, показать свои желания работать и дальше в том направлении,
настроение в обществе. Вот я помню первые реакции Сейрана Оганяна, когда он стал министром обороны. Вот такие же заявления, но мы вас плохо слышим. Оганяна, и мы тогда с вниманием следили, что скажет какая реакция будет у нашего Министерства обороны. Но на самом деле сейчас нашему министру надо было избавиться от инертного образа министра обороны, потому что наш первый министр, да, вот Сафар Абиев, он был, он старался не вмешиваться в вот эти политические процессы, он старался держаться от любых процессов, и поэтому сейчас нашему новому министру это было на руку просто показать, что вот министерство избавляется от инертного имиджа в обществе. Поэтому я не говорю, что министерство само это все как бы инициировало, но это было как раз-то на руку нашему министерству. Но вот именно его холоднокровность заключается в том, что он знает очень хорошо свою позицию, и он как военный не делает резкие политические заявления. Он как военный комментировал что-то, но он понимает, что он не является основной фигурой как бы вот этого процесса, поэтому он не делал какие-то резкие заявления, как в свое время сделал, допустим, Сейран Оганян. Я сейчас не помню его заявление, но я знаю, что вот такие заявления у нас были, но на его реакции тогда реагировал на министра обороны, а кто-то из аппарата президента Азербайджана. Спасибо о вас. Естественно, те же самые события в Армении, они комментируются несколько по-другому. Данный пожилой человек, который попал в плен в Азербайджане, в Армении утверждает, что 75-летний человек вряд ли мог быть диверсантом. И более того, неоднократно и на армянской, и с азербайджанской стороны, и с армянской до этого были случаи перехода гражданских лиц, скажем так, непризывного возраста. И это тоже не единичный случай. Я попрошу Мавела Саркисяна присоединиться к нашей дискуссии. Попрошу его прокомментировать мнение азербайджанских коллег. После этого у нас есть еще некоторое время, и мы также попросим подключиться журналистов с вопросами к нашим участникам. Мавелди, пожалуйста, ваше мнение. Я соглашусь с мнением о том, что медиасфера и линия соприкосновения в определенной степени это различные сферы общественно-политической жизни. Действительно, может что-то происходить, может ничего и не происходить. Но люди говорят о том, о чем они хотят. Это логика вообще любых обществ, тем более обществ, которые находятся в конфликтной ситуации. Поэтому очень важно нам всем обратить внимание не только на происходящие на линии фронта события, оценивать, но и действительно на те точки зрения, которые высказываются иногда в истерической форме. То есть кому все это нужно? Какие задачи решаются посредством, значит, вот такого информационного муссирования тех или иных фактов? Я бы даже сказал, что с практической точки зрения иногда разговоры, они имеют больший смысл, чем конкретные, значит, действия. Почему? Потому что за ними можно усмотреть намерения, планы людей. Все оценки насчет того, кому там выгодно из официальных властей, они тоже убедительны, потому что любая конфликтная ситуация – это находка для вообще любых властей, тем более таких, какие вот в странах нашего региона. Отвести внимание общества от внутренних проблем, показать значимость, там, готовность властей защитить страну, народ. Все это излюбленные темы. И, естественно, все это расширяется в социальных сетях, придается всему этому очень большое значение. Но что здесь самое неприятное? Это реальные смерти людей и повышение
значит, реального энтузиазма заниматься вот такими делами в больших масштабах, отстаивая свою позицию не на переговорах, а вот попыткой, значит, такого муссирования. В этом я опасность, конечно, вижу. Спасибо. Спасибо, Мавел. Я сейчас попрошу присоединиться также журналистов, которые находятся в нашей студии. Я попрошу заранее представиться, задавать максимально короткие вопросы в рамках журналистской корректности. И также для того, чтобы у нас было больше времени и больше мы могли бы осветить, я также попрошу коллег и в Ереване, и в Баку максимально лаконично отвечать на вопросы. Пожалуйста, я предлагаю журналистам задавать вопросы. Есть ли у нас вопросы? У журналистов пока вопросов нету, что, надо полагать, облегчает мое дело. Я тогда возьму на себя смелость задать еще один вопрос нашим азербайджанским коллегам. Как вы считаете, насколько в этом плане, на фоне этих обострений и последующих спадов, мы неоднократно видели на линии конфликта, что бывали даже недели или месяцы относительного спокойствия. Как вы думаете, после этой эскалации будет ли снижаться все-таки, скажем так, в медийном, в социальных сетях напряженность в Азербайджане, или же все-таки некий градус будет сохраняться? Почему я говорю? Потому что, в принципе, 2014 год в Азербайджане не настолько политизирован после выборов президента в прошлом году. И, соответственно, с одной стороны, у общества нету каких-то, скажем так, запросов на большую политизацию. И тем не менее, как вы считаете, будет ли сохраняться нынешняя, скажем так, напряженность и будет варьировать она в соответствии синхронно с инцидентом на линии конфликта, или же, скажем так, дискурс конфликта будет постепенно усиливаться, постепенно радикализироваться, потому что, в принципе, если смотреть, скажем так, в разрезе последних десятилетий, мы видим, что и в Азербайджане, и в Армении радикализация, она достаточно увеличивается. Как вы думаете, будет ли это заметно в Азербайджане или нет? Давайте я отвечу, представлю свое видение. Да, во-первых, если говорить о социальных сетях, то социальные сети, скажем так, в равной степени возбуждены и в Армении, и в Азербайджане. То есть и там идет обсуждение, и здесь идет обсуждение. Да, и я в какой-то особой политизированности общества повышенного после выборов, я, честно говоря, в Азербайджане не наблюдал. И особых причин для того, чтобы общество остро так политизировалось, я не вижу. Вот. Что касается, то есть вот ажиотажа вот именно в социальной сети, это мои личные наблюдения в азербайджанских социальных сетях, пользователи, они как-то ведут себя не очень последовательно. Да? То есть если какое-то событие произошло, они резко реагирует на это, а потом тема забывается и уходит. То есть, как будут вести себя социальные сети, будет зависеть от того, какие процессы будут происходить. То есть, если будет эскалация дальнейшая, то будет соответствующая реакция. Если там пару дней не будет выстрелов, тема будет просто убрана в сторону. По этой позиции. А что будет происходить на линии фронта, давайте... В ближайшие дни мы ждем, что в регион посетят представители, то есть сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Вот. Потом намечена встреча президентов. В зависимости от того, я думаю, насколько президенты будут готовы к встрече, то есть насколько им будет предметно что-то обсуждать, так и будут события на линии фронта развиваться. То есть будет, если есть о чем договариваться, хотя бы посидеть, поговорить,
то эскалации не будет. Если этого нету, то будет эскалация и просто переговоры не состоятся. Как вариант. В целом, если говорить не о тактической перспективе, а о стратегической перспективе, я думаю, что все это будет идти по нарастающей вплоть до апреля 2015 года, когда будет столетие известных событий, то есть на которые армянское общество сильно реагирует. Да? То есть я думаю, что со стороны Армении будет социальный заказ на эскалацию конфликта, потому что дата очень серьезная получается. Вот. Вот так, а вас если добавят просто. Ну, вы знаете, я согласен с тем, что до 24 апреля 2015 года в армянском обществе ничего серьезного для урегулирования конфликта мы не ожидаем, и не ожидаем то же самое в Азербайджане до парламентских выборов 2015 года. Поэтому никому, руководителям из наших государств, никому реально не выгодно просто реально заниматься эскалацией конфликта. Да, вот, да, рисковать своей репутацией в обществе, но отвод... Мириться тоже не будут. Да, мириться не будут, естественно. Но вы знаете, тема отвод снайперов, это не новая тема для президентов и для переговорщиков, и для тех, кто этим занимается. Поэтому снайперы всегда были... И Азербайджан не отводит своих снайперов, армяне в свое время не согласились отводить своих снайперов. Но эта тема всегда в этом приговорном процессе, к сожалению, по нашим прогнозам будут присутствовать. Поэтому ожидать, что эскалация конфликта в ближайшие годы или там, в ближайшие месяцы, я думаю, что это нереально. Это была такая одноразовая акция сейчас, и одноразовая акция специально раздувается в обществе, потому что, вы знаете, сопредседатели Минской группы, они, очередная их поездка в Азербайджане, в Армении, в Карабах, и они ответственность уже возложили на президентов. Президенты должны решать, что им делать дальше. Вот, в переговорном процессе. И, естественно, вся ответственность сейчас на них, и они должны найти дополнительные задачи работы для представителей Минской группы. Поэтому, не знаю, сейчас президентам обоих стран сложно рисковать своей карьерой и сложно поставить свое общество на эту сложную ситуацию. Поэтому все будет продолжаться до 2015 года и после, допустим, у нас год-полтора есть время, чтобы не политически активные времена, а потом посмотрим, как будет дальше. Спасибо, Аваз. В принципе, у меня складывается тоже аналогичная точка зрения, что несмотря на перманентные инциденты на линии фронта, мы не будем видеть дальнейшую, скажем так, эскалацию, которая могла бы перейти к крупномасштабным боевым действиям, исходя из внутренних и внешних факторов. Наряду с этим, также, я думаю, вы согласятся, мои коллеги в Азербайджане, мы не видим ни с армянской, ни с азербайджанской стороны каких-то предпосылок изменения позиции ни в обществе, ни в политических элит. Понятно, что переговоры между президентами, это будут переговоры ради переговоров, в том числе и для того, чтобы не приводить к бессмысленной переходящей грани эскалации на самой линии фронта. Наряду с этим, очевидно, также я вполне рационально как политолог воспринимаю, скажем так, логику, почему, скажем так, азербайджанская сторона отчасти заинтересована в некотором дозированном нагнетании напряженности на линии фронта. Во-первых, для того, чтобы показывать, что военные угрозы
угрозы, они серьезны, придавать им некую серьезность. Во-вторых, чтобы демонстрировать свое несогласие с той ситуацией, с тем статусом кво, который сложился на линии фронта. Естественно, что такого рода события, инциденты приводят к ответным акциям с армянской стороны, ответным азербайджанским акциям и так далее, но все это доходит до некого уровня, дальше которого крупномасштабные боевые действия не продолжаются. Очевидно также, я это говорю не для того, чтобы обвинять какую-то из сторон, но очевидно, что из политических, скажем так, соображений азербайджанская сторона, естественно, не будет самостоятельно или без какой-то определенной договоренности политического уровня о чем-то выводить снайперов. А вас, в отличие от азербайджанской, армянской стороны, которая заинтересована в неком снижении эскалации на линии фронта, она официально объявляла о готовности выводить снайпера, но если азербайджанская на это не согласна, естественно, что и армяне также и не выводят. Я не очень уверен, что дата столетия геноцида в Османской империи, которая будет в 2015 году, каким-то образом может повлиять на эскалацию или на неэскалацию. В реальности карабахский конфликт в Армении не воспринимается в такой связке с армяно-турецкими отношениями. И более того, события, которые происходят на линии фронта, они имеют свою собственную военно-стратегическую логику. Я попрошу Манвела Саркисяна также поделиться своим мнением о тех тематиках, которые мы затронули на этом раунде. После этого я попрошу коллег из Азербайджана для заключительного некого краткого обобщения нашей дискуссии. Манвелджан, пожалуйста. Проблема возможного перерастания инцидентов в крупномасштабную войну, она, конечно, всегда будоражит умы людей. Всегда это в какой-то момент становится ключевой проблемой. Поэтому я бы хотел сказать, и вот с самого начала сказал, что все зависит от приказов, от решений. И когда мы говорим о возможности крупномасштабных действий, мы должны понять, способна ли та или иная конфликтующая сторона, значит, самостоятельно принять решение о начале широкомасштабных военных действий. На мой взгляд, ни Азербайджан, ни Армения не являются теми странами, которые могут вынести такое решение, поскольку, и не только такого рода страны, очень многие, поскольку это очень зависимые от внешнего военного снабжения страны, и поскольку ни одна из таких стран не может рассчитать последствия такой войны. И даже ход такой войны рассчитать такие страны не могут. Вооружение, которое увеличивается с обеих сторон, оно играет очень неоднозначную роль. То есть есть такое мнение, что наращивание вооружений – это однозначный ход к войне, но есть и другая точка зрения, что наращивание вооружений все более снижает уровень войны. Почему? Потому что сама эта война становится настолько значимой, что требуется большой консенсус среди большого количества стран для того, чтобы принять такое решение. Поэтому мы, конечно, должны дискутировать и по проблеме будущей войны. Очень важно посмотреть, могут ли найтись страны, силы, которые изменят баланс интересов, баланс сил для того, чтобы решить какие-то свои задачи. Без этого просто обсуждать проблему широкомасштабных военных действий не имеет смысла. Больший смысл для обществ, на мой взгляд, имеет вот сама схема происходящего на линии фронта. Почему? Потому что гибнут люди. Возможно ли, чтобы общество в Армении и Азербайджане оказали влияние на политические руководства, чтобы те изменили такой подход к линии фронта? Вот это очень важный момент, потому что все время будут гибнуть люди, а это непосредственно влияет и все больше резонанс находит
в обществах, отрицательные люди хотят освободиться от этого. Этот вопрос мало обсуждается и считается, что в принципе трудно на это повлиять, что это мало зависящая от людей проблема, но это совершенно не так. На мой взгляд, это курс, за которым политическая и дипломатическая выгода проглядывается, и если бы общество это хорошо поняли, они могли бы повлиять, чтобы руководство стран отказались бы от такого курса. Спасибо. Спасибо, Манвел. Я попрошу Кенана и Аваза краткие заключительные как бы мнения, и перед тем, как мы закроем наше сегодняшнее мероприятие. Пожалуйста. Ну, вы знаете, очень часто я несколько лет тому назад спрашивал наших официальных, иногда высокопоставленных, иногда тех, кого я встречал в приемах чиновников, о том, как им трудно согласиться с тем, что или они хотят ли они заниматься отводом снайперов, или что им дает увеличение военного бюджета страны. И у меня были некоторые ответы, которые я двух из них очень хорошо запомнил. И один из чиновников мне говорил, что ну, вы знаете, мы с Арменией не в одинаковое положение. У нас и об участии общественности или военных, у нас не одинаковое положение, поэтому мы не сможем сейчас забыть о расходах или об увеличении наших военных ресурсов, и мы не сможем согласиться с тем, что армянские военные так свободно себя чувствуют на территории Азербайджана, они имеют в виду вот на линии фронта Карабаха. Вот это была для меня такая красная линия, когда я вот эти темы поднимал в официальных кругах. Но именно эти люди, которые вот опровергают или там отвергают мои мысли о том, что вот надо отводить снайпера, надо сокращать расходы, именно они потом говорят, что вы знаете, вот на уровне общественности работу надо продолжать, потому что не все зависит, как мы видим, от воли президентов. Надо, чтобы общественность повлияла на политику, на медиаторов, может быть, и на руководство страны. Какое влияние будет, мы не знаем. Но важно, чтобы общественность были вовлечены в этот процесс. Вот, я думаю, многих наших официозов сейчас, может быть, настораживает, увлекает вот это больше, чем там 10 лет тому назад. Сейчас они поняли, что помощь от общественности получить сейчас с этими лозунгами, миротворческими лозунгами невозможно. Надо их как бы мобилизовать, а потом, может быть, кто знает, что, какие перспективы в наших отношениях. И с одной стороны отношения Армении с Турцией налаживаются, может быть, и потом вот с Россией мы такого не ожидали, и с Евросоюзом, и с НАТО у нас какие отношения будут. Так что они вот это стараются выигрывать время, чтобы вот именно вот в этом перемежутке общественность оказалась на стороне тех, кто завтра примет какое-то окончательное решение. Возвращаясь к первичной теме сегодняшнего нашего диалога, я просто скажу, что то есть я как бы подведу итог своих мыслей. Вот, сейчас шума больше, чем дело. Да? То есть если там на линии фронта раздается один выстрел, он преподносится и СМИ, и социальными сетями чуть ли не как ядерный взрыв. На самом деле ничего такого необычного я происходящим не вижу. Что касается снайперов. Снайперы же это ведь не первопричина. Первопричина это сам конфликт. То есть решать, отводим снайперов там и так далее. Да, можно и пошагово это решать, можно и как-то решать. Надо решать конфликт.
Главное это, а главное не то там, какая разница, из чего стреляют там, по большому счету. То есть из автомата тоже можно убить человека, и из рогатки можно убить человека. Ну и снайпер более прицельно бьет, это понятно, то есть у него более навороченная техника. Первопричина это наличие конфликта. Надо решать его. Вот. Что касается влияния общественности на процесс принятия решений, то здесь, если мы говорим о track one, track two, то есть народная дипломатия, да, track two, если говорить, это общественная организация, это понятно, есть правозащитники, миротворцы и так далее, то есть это полезная работа, она должна осуществляться, она дает какие-то плоды, которых общество, может быть, даже и не видит, это все есть, но если говорить в широком понимании об общественности, то я еще не знаю, если общественность будет, если оказывать влияние на власти, какое именно влияние это будет. Я думаю, что настрой в обществе это как раз таки больше к войне. То есть если общество захочет, то есть будет влиять на процесс принятия решения, скорее всего, общество потребует начать войну. На самом деле в Азербайджане, и это естественно, есть общественно заказываемый реваншизм. Страна потеряла свои земли, страна должна вернуть свои земли. Если мирным путем это не получается, то нужна война. Если раньше войны боялись, к войне и к армии, и к службе в армии относились настороженно, может быть, с опаской, с боязнью и так далее, то сейчас какая-то вот настроение такое, что и в армии идут служить, и не отлынивают, не дезертирничают, и детей посылают служить, и, в принципе, готовы к войне. Как, конечно, каждый не хочет, чтобы именно погиб его ребенок, да, но в принципе, то есть настрой вот такой есть. Так что я думаю, что все-таки это надо оставить дипломатам принятие решений. Вот когда будет принято политическое решение на уровне глав государств, вот, тогда уже будут работать средства массовой информации на то, чтобы настроить общество в сторону примирение, да. А это возможно. Это все делает СМИ, это все делается в социальных сетях. Мы знаем, как можно настроить людей и на войну, и мы знаем, как настроить людей и на мир. Все зависит от принятия решения, главного политического решения. Спасибо. Спасибо, Кенан, спасибо Аваз за ваше участие. Я очень кратко также подведу итоги, потом попрошу Зару завершить наше мероприятие. В принципе, я думаю, что те темы, по которым и в армянской, и в азербайджанских коллег был консенсус, это то, что событие было в кавычках, может быть, регулярное, инцидент не повлияет на дальнейшую динамику, инциденты, скорее всего, будут продолжаться, но мы не будем видеть усиление, скажем так, военной активности, просто в силу того, что целый ряд внешних и внутренних факторов этого не допускает. Естественно, мы видим и в обществах по обе стороны фронта двоякие процессы. С одной стороны, да, конечно же, особенно в Азербайджане по понятным причинам увеличивается радикализация, реваншистские настроения, это вполне понятно. С другой стороны, ни одно из обществ в реальности войны не хочет, ни с армянской, ни с азербайджанской стороны. Но общество также и не готово к урегулированию конфликтов, потому что степень компромиссов, видение конечного урегулирования, оно абсолютно разное. И это именно та сфера, где мы должны работать, и в реальности это сферы связанные. Общественная дипломатия, тракту, неправительственный сектор, он, конечно же, может влиять на лиц, принимающих политические решения, но также он и зависит от них. И наоборот, в реальности процесс применения, примирения, процесс нахождения поисков из выхода из этой ситуации, он должен вестись на обоих уровнях. И на политическом уровне принятия решений, и на общественном, на уровне элементов гражданской
общества. Это процессы, которые неотделимы. И я желаю и коллегам в Азербайджане, и армянским коллегам упорства в этом процессе, ибо это процесс, который действительно будет требовать достаточно много времени и усилий. Спасибо всем, и я прошу Зару завершить наше мероприятие. Спасибо. Շնորհակալություն հիշեցնեմ այսօր պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի նախաձեռնությամբ քննարկում էինք հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին շրջանում լարվածությունը։ Մեր բանախոսներն էին Հայաստանից քաղաքագետ, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը, Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, Ադրբեջանից Բաքու փոստ թերթի խմբագիր Քենան Գուլուզադեն և հումանիտար հետազոտությունների ադրբեջանական կենտրոնի ղեկավար, գերիների ազատագրման միջազգային աշխատանքային խմբի անդամ Ավազ Հասանովը։ Շնորհակալություն։